Проект «Омские орлята» уже давно перерос из простого первенства области по хоккею в значимый социальный проект. Он объединяет не только пацанов из разных районов области, но и все больше неравнодушных взрослых, которые хотят помочь создать для сельских ребят условия, чтобы они могли заниматься хоккеем. Один из таких людей – предприниматель Александр Курило, который уже третий год активно участвует в проекте, курируемом Евгением Шастиным. Это произошло чисто случайно. Заехал Евгений Шастин и Александр Владимирович Карташов в гости. Поговорили, они ехали как раз на летние сборы и рассказали, чем они занимаются. И я потом вместе с ними проехал в пионерский лагерь, где проходили летние сборы. Посмотрел, и оно мне как-то зацепило. И, в общем-то, потом в дальнейшем мне это нравится. Мне нравится видеть детей, которые радуются. На протяжении вот этих 3 лет я как предприниматель в Любинском районе построил хоккейную коробку. Потом был первый год, когда организовывались летние сборы, и не хватало продуктов, то есть как бы там помогал продуктами. Вот. В этом году я в Каразюк, на Варшавский район, построил хоккейную, очень хорошую раздевалку, которая будет сейчас вот на следующий год планируется проводить зональные соревнования. Я призываю предпринимателей, чтобы активнее участвовали в этом процессе. В этом году внимание Евгения Шастина и Александра Курило привлек 7-летний житель села Костина Муромцевского района Артем Шувалов. Проводили зональные соревнования «Омских орлят» Муромцева. По рекомендации главы района хотели посмотреть коробку и все сооружения спортивные, которые будут нам на пути Муромцевского района, поселения. Заехали, увидели мальчишку 7-летнего, который очень хорошо катается, но в больших коньках, семья трудная, мама воспитывает одна детей. Ну, и благодаря нашим единомышленникам Александру Степановичу Курило, который на протяжении многих лет является поклонником нашего турнира «Омских орлят». И благодаря ему он приобрел форму для этого мальчугана. Я думаю, что по приезду в Омск я буду рекомендовать в академию, чтобы хотя бы просмотрели. Потому что катается хорошо, такой самоучка. Мне очень приятно, что в нашей Омской области возрождается хоккей. И благодаря таким людям, как Курило, как глава района, как Александр Карташов, я думаю, что благодаря этим усилиям хоккей в Омской области возродится. Я просто люблю кататься.